man, fuck that, grip it and shoot. I could have called gang, but I refused, cause 10 man gliding, so we just loose. Откровенно говоря, у меня сейчас самый, наверное, счастливый период в моей жизни. Первый раз я поработал, это у бабушки в цехе, краснозаводе. А мама продолжала там выпивать, тут, я не знаю, может быть, и наркотики были. Ну, с каким-то стволом в кожанке, блядь, окно открыто, что-то там курит, понимаешь? И просто мне прям по башке, на. Ну, я вот работал там на свадьбе, как там получал 10-15 тысяч рублей. И у меня как будто вот, знаешь, все упало, блядь. Ого. Для меня это удивление даже, да. Как слушатель этой истории. Ты хотел быть в этой движухе вариться, блядь, ты от этого хочешь отказаться, блядь, да попробуй. Обожаю вообще, блядь, весь Романов продакшн, реально, ну... В чем твой секрет успеха? Я могу все. В тот момент я принял для себя решение, то, что мне нравится снимать вот такие клипы. У меня не так, как у всех. Я еще себя считаю на том уровне, когда я какой-то вот пацан с горячими глазами. Мало платят, типа, руководство. Да нахуй съеби оттуда, блядь. Ну, у тебя одна ебаная жизнь, блядь. Хули ты себя дрочишь там, блядь. Да съебись-то нахуй. Угу. Ты, ну, ты здоровый там пацан, блядь. Вот ты же, блядь, ушел с пятерки. Ты же не работаешь в пятерке. Потому что, ну, ты в момент подумал, что ебаный, ну, когда ты охранником там работал. Ты какой момент... пятерке? Ну, или где там охранником работал? Я не в пятерочке работал, я в американском посольстве работал. Ну, ладно, пусть будет пятерочка.